Я сегодня пожарила баклажанчики. Вот такие вот они у меня красивые получились. Я их посыпала чесночком и петрушечкой. Вот такие вот красивые. И делала сегодня оладушки. Эти оладушки на кефире. Тут яйца, мука и масло. Вот такие вот у меня красивые оладушки получились. И баклажанчики жареные. Всем привет! Я вот вышла раздетая. У нас так вроде бы не холодно. Можно даже в кофте ходить. Вот, я сегодня немножко здесь убиралась. Я выбежала на минуточку, я там варю борщ. Вот, и в общем, пожарила оладушки, баклажанчики пожарила. Вот, борщ сварю, будем кушать. Я хотела показать, я сегодня занималась уборкой. Вот, насыпала здесь, значит, там мои козы живут. Я насыпала, в общем, опилок. Вот, чтобы такой грязи не было. У нас после дождя вон что творится. Месиво. Ужасно. Я уже вот это плохое сено сюда вот принесла, немножко накидала. Вот такое месиво у нас после дождя. Вот тут уже вот эти доски положили, щиты. Там вот я кидала траву, они вот ели. Это козы. Там вот более-менее. А здесь вот, где травы и сена нету, такого плохого, везде вот грязь, месиво. Вот мои козюльки стоят. Козел наш стоит. Но вот тепло на улице, они все вышли. Мы немножко уборку затеяли, вот собрали все вот эти вот доски ненужные. Хотим попилить и сложить на дрова. Вот. Курочки мои бегают, все потихоньку убираем в огороде. Вот, я еще хотела показать, у меня тут забор падает. Ну, сейчас некогда им, и мальчишки отдыхают. А папа наш там закрывает досками веранду. Вот у меня вот тут забор падает, сломался, надо новый делать. Но все никак руки не доходят. Вот здесь немножко я вот сегодня привязала, пока веревкой, чтобы вообще не упал. А то упадет, к соседям убегут мои козы. Вот, ну, в общем, сегодня я делала уборочку. Вот тут в курятнике вот уже курочки собираются потихонечку. Цыпочки сюда заходят. Надо свет уже включить. Вон козюлька наша. Вот, ну, в общем, вот так вот. Лестницу. Что-то лесенка у меня упала, я ее ставила, какая сказа, наверное. Или вот так вот ее поставить. Я для цыплят ее поставила, чтобы они спать собирались сюда. В общем, ну, вот и цыпочки у меня уже тут ходят. Вот. Ну, вот так вот. Вот так цветет наша гортензия. В этом году она здесь первый раз цветет. И вообще в этом году лучше цветет, чем те года. Я ее пересадила. Вот она цветет. И такие вот розовые. Видите, вкрапления розовые. Вот они были сначала белые, а потом они вот стали розовые. Вот они розовеют. Красивые. Вот сначала они вот зеленые вообще. Вот она раскрывается зеленая. Потом они становятся белыми. А потом уже красные такие вкрапления идут. И они потом розовые, они розовеют. Вот такая вот у меня гортензия. Вот. Ну, красивые цветы, красивые. Мне нравится. Надо пересадить вторую гортензию в другое место. Вот, не растет она совсем там. Вот. Я иду за морковкой в борщ. Вот у нас цветы тут красненькие. Вот у меня осталась одна веточка. Все повыдергала остатки для семян. Семена она бросает. Иду за морковкой. Вот
так, вот у нас морковь сейчас. Сейчас подергаю морковь несколько штук. Вот. Надо здесь дергать или там дергать. Посмотрю, там где новое. Здесь надо, наверное, покопать уже. Вот табак. Такой вот большой. Такой. Вот мне тут курочку перековыряли. Ну ладно, соберу тут, выкопаю, что есть. Вот. Это я поздно так сажала. И я, в общем, убедилась, что поздно сажать не надо. Надо сажать рано морковку. Мы в курятнике. Я поставила энергосберегающую лампочку. И вот снимаю. Не знаю, ну немножко, наверное, видно. Вот тут мои курочки. Так вот цыпочки мои тут спят. Вот здесь вот курочки. Тоже цыпочки. И здесь цыпочки. Вот так я поставила им лесенку, чтобы они спали. Там вон кушают цыпочки. Вон там еще цыпочки. А это мои курочки тут сидят. Вот, 4 ряда. Вот так вот. Ну, всем пока. Что хотел показать, показала на сегодняшний день. Пока.